Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня снова я, Алексей Бро, и со мной сегодня снова Клайм. Всем привет! И сегодня мы будем строить танки. Да, поэтому погнали. Ты надрал меня бить каждую серию, иди в строй! Так, окей. Берем блоки. У тебя какого цвета танк будет? Бежевого, зеленого, коричневого? Наверное, зеленого. Ну по классике пойдешь, да? Да, да. Только строим огромный. Большой. Огромный? Да. Хорошо. Время у нас 15 минут. Таймер пошел. 15 минут, блин. Так, ну окей, погнали, значит. Ширину 4 блока, значит. 4-5 где-то так. Блин, мне вот очень интересно, как будет работать мой танк, но у меня уже есть идеи, как сделать ходовую, а у тебя? Такая чуть-чуть есть. Не, ну слушай, мне кажется, что танк должен получиться прям идеально. То именно. Мы еще, кстати, ребят, попробуем пушку сделать ему. Это было бы прям офигенно, как по мне. Причем она будет, скорее всего, стрелять. Так. Вот это... В этом смысле вот со стрелянием это сложно сделать. Сложно, но возможно. Поэтому мы постараемся. Так, вот это уже убираем. Так. А какие ты, кстати, колеса будешь использовать? Большие. Большие? Я тоже. Кстати, еще для танка в чем прикол? Ему нужно два двигателя. Потому что если одну ходовую сделать нормальной, а вторую нет, то он не поедет. Поэтому вот так два двигателя ставим. Где? Так, я думаю, нормально. Мне, в принципе, тоже более-менее нравится. Оценивать мы, кстати, будем по поворотам, как они вообще поворачиваются, он или нет. Скорее всего, по небольшой стрельбе. И, естественно, чем быстрее будет. Но только не так, чтобы улетал в космос. А нормальная быстрота. В той серии. Да. Так. Все, значит, двигатель мы откалибровали. Я вот думаю... Ну, я уже так-то основу сделал. Не забудь, он должен еще выглядеть как танк. А не как что-то другое. Ну да. Я и делаю, чтобы он был похож на танк. Ой, слушай, это будет прикольно, мне кажется. Потому что я уже знаю, какие элементы я сейчас возьму для него. Кстати, вот тут есть две детальки. Одна огромная, а другая маленькая. В принципе, маленькую можно использовать здесь. Я тупо сделаю чуть-чуть. Как? В каком месте? Я двигатели чуть-чуть поставил, типа, в длину, так вот. Не могу по-другому. Короче, забей. Ладно, допустим. Бредить начал. Так вот сделаем. Я их поставил, просто закрыл и не настроил. Мне вот очень интересно, реально, типа, как оно будет в конце выглядеть. Потому что должно, по идее, фигово выглядеть. Почему фигово? Потому что у меня что-то типа, реально с видом у него. Это какой-то БТР, я не знаю. Так, ладно. Так, значит, не важно особо, так... какой он формы будет. Главное, чтобы он... Ну, у меня... Я чуть-чуть понимаю, что он какой-то узкий получается. А можно использовать, типа, вот как сиденье водителя, блок один? Можно. Возьму. О, хорошо. Когда я так собирался сделать. Ты меня раскрыл. Ну, ладно. О, я сделаю себе ПТ. Я сделаю себе ПТ. Так. Как у нас будет ПТ? Блин, вот самое сложное это будет башня, реально. Так, ну для ПТ тут, в принципе, нужна вот такая фигня. ПТ, кто не знает, у него башня сзади.
Значит, мы берем сейчас тогда вот эту фигню. Она, конечно, вращаться будет не так хорошо, как хотелось. В принципе, думаю, нормально будет вращаться. Так, подключаем. Сиденье. Как ты, кстати, собираешься сделать ровную башню? Башню. Блин. Да, башню. Мне, чтобы ровную башню сделать, мне надо чуть-чуть переделать ее. Ну, всю машину. Точнее, танк. Весь танк, понятно. Так, ну ладно. Не забывай, я что не у нас выделять. Водитель в танке сидит. Башка. Так что это самый главный атрибут. Я там не сделал, где-то в другом месте, а то это не будет похоже на танк. Блин. Всё, обосрался. Так. Не, ну кстати, оно уже более-менее выглядит. Так вот. Так, нужен быстро блок. Мне казалось, чтобы он ехал, а то у нас уже 6 минут целых прошло, а он у меня даже еще не едет. А у тебя, кстати, едет? У меня Адриан не пробовал даже, знаешь. Адриан ехать не будет, ну-ка давай я попробую. И... Так, построю лесенку маленькую. Блин. Все очень плохо у меня с танком. А башню делать, чтобы она поворачивалась? Ну, конечно. Функционал тоже важен. И желательно, желательно, чтобы она стреляла. Это если ты прям точно сможешь сделать, если ты уверен. Если не уверен, то просто сделай ее из таких, наверное, выхлопов. Типа. Мне, кстати, я не знаю, какую лучше башню. Ну вот так, думаю, нормально будет. Или из больших. У меня, короче, двойная башня будет. Двойная? Да, двойная. Типа, два дула. Потому что по-другому тут не так. Так. Вот тут раз... Сюда уходит, а тут... Ладно. А я тебе. Так. Я вообще не проверяю, потому что башня, типа, водитель, а я... Мне надо в башню типа поставить сиденье. А, ну да, это сейчас начну. Понятно. Слушай, у меня неплохо уже выглядит. Я прям реально похоже на какую-нибудь ПТ-шку из World of Tanks. А у нас есть эти, как их? Что? Какие-то решетки, я не знаю. Решетки? Зачем? Эти решетки. Ой, слушай, у нас времени так-то уже 8 минут прошло. 8 минут. Да, уже 8 минут. Поэтому нужно взять и сюда запихнуть контроллер. Я так, чтобы эта башня поворачивалась. И вообще, кстати, уже нужно... А, с подъемника, кстати, не получится мне пока что снять. Знаешь, почему? Почему? Потому что у меня еще нету этих кнопок для двигателя. Если его кнопки для красоты будут располагаться вот здесь, значит, одна. И очень все. Можно и к этому. Нет, нет. У меня маленькая проблемка тут. Какая? Я хочу, чтобы башня поворачивалась, типа, вокруг своей оси, а не подключаться к кнопке. Ну ладно. Понимаю. Не понял сейчас. Обойдется. Сбегали это. Ну-ка сделай так, чтобы поворачивалась. Ничего не. Да блин, мне башню переделать, нет. Да-да-да-да-да, переделай. Так. Ну слушай, нет, стреляла, чтобы она это очень, мне кажется, увидела. Хотя вот этот вот, если мы возьмем. Ну блин, это. Типа, сейчас я кое-что проверю. Если оно так ставится, то можно сделать, чтобы стреляло, если время будет потом. Так, подключаю к двигателю быстрее. Не, оно так не ставится, забей. Не... У меня оно не будет стрелять. Пофиг. А можно сюда такие, знаешь, по пулемету вот так поставить. По приколу. Блин, у меня получается реально какая-то ПТ-шка. Ага, ага. Так, все правильно здесь. А можно двигатели. Нет, к сиденью нельзя. Блин. Было прикольно с мной. Так, вот работало.
У меня тогда башня будет, не знаю, что с ней там. Как она вообще? Мне нужна еще, короче, отдельная кнопка для башни. Как я понимаю. Куда ты там поехал? Я уже видел. У меня повернулась эта хрень. Ё-моё. Что, башня повернулась? Да, у меня башня повернулась. Случайно. Так, теперь будет самое сложное. Отрегулировать так, чтобы оно правильно вращалось. Так, поворот у нас будет на середину ставь. Слышишь? Быстроту на середину. А, ну я чуть больше поставил. Ну сейчас сделаю проемы на середину. Ну, короче, это примерно середина. Так. Подожди, а чё? Чё с ней не так? Какое значение нужно трогать? Я немного не понимаю. Стой. Может быть, вот это? Нет. Чё за значение там у тебя ещё какие-то? Не знаю, ну-ка. О, вернулось. Так, а если вот так делать? Значит, вот это значение нужно трогать, так? И ну сколько? Ну, пусть оно, короче, поворачивается на 45 градусов. Так, нажмем на кнопку. Ну, выглядит прикольно. Ух, нифига. Ну, слушай, оно... Оно поворачивается. Потом, когда вторая часть у меня выйдет на канале, посмотришь. Можно. Где? Блин, слушай, я не знаю именно, как это реализовать, но оно поворачивается. Оно, конечно, фигово поворачивается, но лучше уж так. Так, ладно. Ну, слушай, это прям кайф. Так, а он вообще едет? Он едет. Так. А тебя же тоже заднего хода нет, да? Да, у меня тоже заднего хода нет. Понятно. Так, колеса вместо колеса. Красим с темно-зеленый тогда, быстренько. Времени у нас остается всего 13. 3 минуты, точнее. Так, значит, красим. Слышишь, начинаю уже красить. Красить? Да ты что, блин? Он сейчас должен быть зеленый. Другие танки я не запрыгнуть на блоки, не могу. Бывает. Просто красить. Включаем картофелемет. Картофелемёт и все же сделал. Да. Заряд. Ну дуло у меня тоже будет, но типа. Так, здесь. Стрелять будет картофелемёт. Офигенно. Картофелемётами? Ты ничего не перепутал? Ну это можно сделать, но я ленивый. Понятно. Так, так. Красим, красим. Тоже перекрасили. Так, вот это вместо этого. Блин, а время это чуть-чуть прямо остается. У меня будет темно-зеленый. Темно-зеленый, у меня тоже. Так, двигатели перекрасим, это перекрасим. Ну все, а не все, нужно быстренько еще здесь основу построить чуть-чуть. Вот здесь, например. Вот так вот. Здесь. Точно так. Теперь двигатели. Двигатели, кстати, не забудь закрыть. Да, я закрыл, только они тут у колес чуть-чуть выбирают. Ну и ладно. Так, я не понял, это что такое? Итак, что за халтура? От тебя вот танк, мне кажется, никто никогда бы и не принял, если бы ты делал танк. Зато, если бы враги не знали этого, они бы не знали, где двигатель находится. А, не, ну кстати, тем более. Так-то умно. Его закрывает эти колеса. Да, блин, у меня очень проблемные фигни, то что я не могу забраться вот сюда. Так. А я построил там типа лесенки себе. И вот это. Последний штрих. Ну я докрасил вроде. Так, у нас почти кончилось время. Можно еще вот так как-нибудь я сделать. Я понимаю, что у нас кончилось время. Почти кончилось. Почти кончилось время. Вот, всё. И последнее, чтобы оно было симметрично, пожалуйста, дойти успею. Дойти так. Успею. Я тоже. 9 секунд. 9. 3, 2, 1. Стоп, все. Больше ничего нельзя делать.
какой танк получился, такой и получился. Значит, его красоты. Так, на двоечку. Ема, у тебя-то! Я только что увидел этот эффект какой-то. Так, окей. Ну выезжай немного хотя бы, но у меня просто трындец какой-то. Ну я с подъемника не снял. Я думаю, чего он не какой едет? Какой там? Ты что сделал? Это что за ускорение, Богдан? Ты что совсем? Что это? Что это было? Ты две-то кнопки. А, я одну не выключил. Да, ты одну не выключил. Сейчас, подожди, я переставлю его опять. Чисто, смотри, какой у меня танк. Меня прижало! Ну, бывает. Помоги! Ничем не можем вам помочь, к сожалению. Стой! Вот так, опа, все. Вот до сюда и вот до сюда. Сейчас я двигатель отрегулировал. Смотри просто, какой монстр. Да опять что за фрезы? Офиг его. Смотри, что оно умеет. А, оно не умеет. Мне колесо мешает, ладно. Да все, хватит стрелять, давай. Пошли, раз, два, три. Три. Блин, я, по-моему, один двигатель выкрутил. Читерство! Включаю. Другого. Что? Когда я тебя выиграю? Не, ну слушай, изи победу. Теперь. Система поворотов. Её вообще нет. В смысле нет? Значит, смотри. У меня если одну зажать, смотри. Она вот. Вот так. У меня жестко фризит. Вот смотри, опа. А, такая система поворотов. Такая, такая. Что ты понимал? Менять тэпэд с места на место. Я... Мне невозможно играть. Ну это скраб так. Ну смотри, вот у меня... Вот ты можешь отъехать? Не могу. Куда? Да блин! Вот все. Давай. Смотри, хоба, вот я если так сделаю, потом вот так вот. О, молодец. Не, ну окей, система поворота вроде лучше. Вообще у нас одинаково, так что ладно, 1-1. По системе поворота, ну а по стрельбе ты побеждаешь. Знаешь, что это значит? Это 1-1, то есть победила снова дружба. Всем удачи и всем пока. Подожди секунду, я кое-что хочу сделать. Сохранить? Нет, ты урод-то!